Я увидел совершенно замечательную публику наших молодых выпускников будущих, у которых глаза горят, которые амбициозные, которые мотивированы. И я им рассказал про те образовательные программы, которые у нас предлагает наш Алтайский государственный университет. Университет заинтересован в сильных школьниках, сильных абитуриентов, которые показывают высокие баллы ЕГЭ, которые показывают высокий результат. Потому что это значит, что у нас будут учиться сильные студенты, а это будущие университеты. Поэтому спасибо огромное всем, кто откликнулся на наше мероприятие. Я надеюсь, что они получат большое удовольствие от знакомства с наших университетов. И мы их увидим в сентябре следующего года, после того, как они будут зачислены на программы Алтайского государственного университета, опорного университета Алтайского края. Вагу мне понравилось кураторы, которые с нами работали, профориентационные курсы, различные школы, преподаватели, доброта людей. Я выбираю Агу. Дорогие ребята, для того, чтобы быть успешным, нужно быть целеустремленным, нацелен на новые знания, на рост, быть амбициозными, не бояться ошибок, и тогда все у вас получится.